Девизом Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтынсарина является слоган «Вместе в светлое будущее». Для тех абитуриентов, которые по итогам единого национального тестирования набрали свыше 75 баллов и будут успешно учиться, есть возможность получать стипендию в размере 42 тысяч тенге. В Аркалыкском вузе можно получить немало полезных знаний, которые, безусловно, пригодятся в ходе дальнейшей педагогической деятельности выпускника. Здесь полностью идет работа, в которой давно сказали «нет коррупции и взяткам». Более того, по окончании вуза каждому студенту будет гарантировано трудоустройство. Важно будет отметить, что в последнее время Аркалыкский педагогический институт пользуется большой популярностью не только среди местной молодежи, но и среди иногородних студентов. Именно поэтому ответственные представители пединститута сегодня имеются в Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях и в городе Шымкенте. Институт осуществляет подготовку бакалавров по 29 образовательным программам и 7 направлениям в области педагогических наук. В частности, здесь готовят педагогов-психологов, педагогов дополнительного обучения и воспитания, воспитателей дошкольных учреждений образования, педагогов-методистов начального образования, учителей музыки, изобразительного искусства и черчения, художественного труда, графики и проектирования, педагогов физической культуры и спорта, математики, физики, информатики, химии, биологии, географии, истории, основ экономики и права, английского, казахского, русского языков и литературы. То есть, как видно из всего вышесказанного, широк круг педагогических специальностей, которые могут освоить студенты Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтынсарина. Немаловажно будет сказать о том, что всем нуждающимся в жилье студентам институт предоставляет любой из имеющихся в наличии двух студенческих общежитий. Уместно будет напомнить, что в свое время общежития Аркалыкского вуза были признаны одними из лучших в Кустанайской области. Ведь для комфортного проживания студентов здесь предусмотрено все до мелочей. Плюс ко всему, студенты в общежитии могут не только отдыхать, но и имеют все возможности как для самообразования, так и для подготовки к занятиям. В заключение важно будет отметить, что на предстоящий 2021-2022 учебный год институту выделено 400 грантов. Это значит, что 400 студентов с хорошей успеваемостью могут обучаться и получать знания на бесплатной основе, ко всему еще получать хорошую стипендию. Кроме того, учеба в институте обещает быть не только плодотворной в плане получения знаний, но и досуга студентов, желающих разнообразить свою жизнь обилием спортивных, культурных, творческих и иных мероприятий по своему вкусу и желанию. Аркалыкский педагогический институт имени Ибрая Алтынсарина готовит специалистов по 29 образовательным программам, 7 направлениям. Также имеется одна инновационная образовательная программа, дошкольное обучение и педагог-психолог. Стипендия в этом году по педагогическим специальностям 42 500 тенге составляет. Также приемная комиссия Аркалыкского педагогического института работает с мая месяца по сегодняшний день. Нужно сказать, что пороговый балл в этом году 75 баллов. Прием документов для присуждения образовательных грантов ведется с 16 июля по 25 июля. Также прием документов ведется через электронное правительство ЕГОВ. В общем, выделен 400 грантов. Приглашаем абитуриентов сделать правильный выбор. Приемная комиссия ждет вас. Приглашаем абитуриентов сделать правильный выбор в наш институт.